Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня уже, как вы видите, подходит к завершению весна, скоро будет лето, многие будут ехать куда-то отдыхать, в отпуск, ну и в дороге, где-то в поезде, или в автобусе, или в самолете, или где захочется посмотреть какой-нибудь хороший фильм. А где это сделать и как, я вам сейчас все расскажу. Это можно сделать с помощью отличного кинотеатра, в котором очень много фильмов, сериалов, все в хорошем качестве, с отличной озвучкой. Ссылочку на этот кинотеатр я поставлю внизу, посмотрите. Сейчас я немножко вам расскажу, покажу, как им пользоваться. Этот кинотеатр, здесь постоянно обновляются фильмы, постоянно есть новинки. Качество видео очень отличное, неплохая картинка. Много очень фильмов интересных. Также есть и сериалы, и мультики для наших маленьких детей. Так что все в этом кинотеатре есть. Так что давайте смотреть и обо всем по порядке. Этот кинотеатр очень удобный в использовании. Он поделен по категориям. Есть разные категории: фильмы, сериалы. Видите, фильмы он здесь есть новые, даже есть, видите, 23-го года, 22-го. Фильмы поделены по рейтингу, видите, можно выбрать рейтинг кинопоиска от 0 до 10, выбираете какой рейтинг и можете нажать поискать. Также можно выбрать по году выпуска, 23-й из 50-го. Кто любит старые фильмы, можете старые, кому интересно новые, можете новые. Также кинотеатр разделен по категориям фильмов. Здесь есть вот такие разные фильмы. Категории: аниме, боевик, военный, драма, комедия, мультфильмы, приключения, спорт, ужасы, фильм нуар, биография, вестерн, детектив, история, криминал, музыка, мюзикл, семейный, трейлер, фантастика и фэнтези. Ну, давайте, например, выберем мультфильмы. Сейчас я вам на примере просто покажу, как он работает. Вот, видите, какие, сколько здесь разных мультиков. Ну, давайте вот этот новый «Кот в сапогах 2». Видите, он уже написано, что рейтинг кинопоиска 7.1. Вот здесь можно выбрать качество просмотра. Есть 480p, 720p и 1080p. Выбираем качество и включается картинка. Под мультиком, как всегда, есть описание, о чем мультик, актеры, которые озвучивали данный мультик. Если это фильм, то актеры, которые снимались в фильме. Фильмы, мультик, реклама не прерывается. Вначале есть маленькая рекламка, но это так, пару секунд, оно просмотру не помешает. И можно целый фильм просмотреть без рекламы, без перерыва. Качество здесь, как вы видите, отличная картинка. Звук тоже, перевод отличный. Так что ничего не будет мешать приятному просмотру данного фильма или мультика. Ну, в этом кинотеатре еще можно выбрать фильмы и мультики по дате добавления, по дате возрастания, по рейтингу кинопоиска, убывания, возрастания, рейтинг IMDb. Возрастание и убывание. Так что можете подобрать фильмы, мультики, сериалы на свой вкус. Вот видите, мы выбрали по рейтингу. И здесь идут фильмы с самым высшим рейтингом. Вот такие шедевры, как «Зеленая миля», «Форест Гамп». Ну и другие интересные фильмы. Выбор очень большой, поэтому будет что смотреть. Я этим кинотеатром очень довольный, потому что все фильмы есть в хорошем качестве, можно их найти, пересмотреть, так что могу советовать. Еще раз хочу повториться, ссылочка будет внизу. Ну а для любителей сериала, если вы, например, любите сериалы, здесь есть такой раздел, как сериал. Выбираете сериал, и вот тоже есть все новые сериалы. Сериалы тоже поделены по рейтингу, по году выпуска и по категориям: аниме, боевик, фантастика, драма, комедия, мелодрама, семейный, спорт, криминал, история и так далее, ужасы. Тоже по своей категории выберите сериал и можете найти
который сериал, который вам интересен. Или по категории, или какую-то новинку, все здесь можно пересмотреть. Вот давайте сейчас тоже на примере посмотрим. Выберем какой-нибудь сериал, давайте вот этот Локи. Так, вот рейтинг видим 8,5, сериал можно выбрать сезон и серию с этого сериала. Здесь есть разные серии, можно, чтобы если какую-нибудь серию пропустили, можно ее здесь пересмотреть. Ну вот, например, очень популярный сериал «Доктор Хаус». Тоже он включается, тоже его можно выбрать по сезонам. Видите, первый, второй, третий, все, любой сезон, любую серию, которая, может, вам полюбилась, захотелось пересмотреть, тоже можете выбрать. И вот тоже в начале вот такая маленькая заставочка, и пошел сериал. Можно смотреть и наслаждаться в дороге данным сериалом. Есть приложение для iOS-устройств, можно скачать прямо с этого сайта, и для Android-устройств. Или можно пользоваться в браузере Chrome, можно использовать данные приложения в смартфоне, в планшете, в ноутбуке, на Smart TV, это уже вам на выбор. Или установить приложение, чтобы было проще использоваться. Здесь простенькая регистрация, регистрируйтесь и наслаждайтесь весь. Или сериалом. Вот такой интересный кинотеатр, я вам его советую. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.